Так, друзья, всем привет, всем доброй ночи. Короче, делать было нечего, сидели, играли, монитор стоял просто на телевизоре и решили заморочиться, повесить его на стену. Перекупили такой кронштейн, вот, все, выставили по уровню, отмерили, получается, центр стола у нас здесь и центр будущего монитора у нас здесь, получается, по высоте мы как отрегулировали? А высота глаз, когда человек сидит здесь на кресле, высота глаз падает на, ровно на середину монитора. Соответственно, мы здесь все сделали просто все шикарно. Дальше что, какая проблема? А, монитор вот такой вот Samsung. Хороший монитор, в принципе, ну, не из дешевых, скажем так. А проблемка такая, чтобы снять вот этот вот кронштейн, нужно разбирать монитор, разбирать. Мы тут попытались, вот маленечко тут подпортачили отверточкой. Я все-таки не решился разбирать монитор. Человеку подставка вот эта не нужна, он ее выкинул. Я принял, короче, меру. Будем резать болгаркой монитор. Вот сейчас будем резать болгаркой монитор, реально. Давай, сними, снимешь. Да. Вот такие дела. Подписывайтесь на Саню. Все, хорошо, погромай.